Здрасте. Здрасте. А вы чем-то вам помочь, может, надо? Как чем помочь? А что хотите? Может, вам что-то чем-то сейчас могу помочь? Не купить, знаю. Может, что-нибудь? Чего купить? А чего-то, может, надо вам, нет? Нет. Мне нужны деньги. Хватит верить наигранным социальным экспериментам. Пришло время действовать по-настоящему. Мы решили дать старт челленджу в поддержку действительно нуждающихся. Для этого необходимо оказать любую помощь людям, действительно в этом нуждающимся. Но при этом не давай им в руки денег, ведь мы не знаем, куда они их могут пустить на самом деле. А могу я вам помочь чем-то? Чем-нибудь? Мне только деньгами. Только деньгами? Я на медикаменты собираю. А больше ничем не могу помочь? Может, какие-то медикаменты купить? Спасибо. Ничего? Совсем ничего, да? Только деньги, да? Ну хорошо. Получивший эстафету должен будет помочь человеку снять это на видео и передать ее трем другим людям. В противном случае он публично признается типичным ватником. Мы передаем эту эстафету Сергею Симонову, Славе Штиглицу и Street Fun Pranks. Извините, пожалуйста, у вас закурить не найдется? Закурить? Да. Не курю. А может, чем-то помочь могу? Денежки. Чем-нибудь другим? А помимо денежек? Покушать, если можно. Покушать? Да. А что? Может. Что? Ну, дошираки. Что покушать? Горячие. Дошираки? Горячие. Ну, горяченьки-то я сейчас сделать не могу. Нет, там в киоске все. Там можно сделать? Да. А давайте. Спасибо большое. Вам два, да? Да. Давайте, вы конечно. Просто, вот он не видит, я тоже немножко. Завариваете дошираки, да? Можно тогда два заварить? Можно там булочку хлеба еще? Белого, черного? Черный. Давайте черного. Возьмите, покушайте. Всего доброго. Спасибо большое. Да не за что. Любой, посмотревший это видео, может и сам поучаствовать в этом челлендже. Для этого просто сними свое видео, отправь его в нашу группу ВКонтакте, и по итогам зрительского голосования авторы самого лучшего видео получат от нас призы. Может, купить вам что-нибудь? Лекарство. Лекарство? Так может, я купить что-то смогу? А сколько они стоят? 380. Что-то сейчас, может, могу купить. Запросто вообще. Сколько может? То есть только деньги, да? А чем я могу помочь вам сейчас? Деньжат. Деньжат? А может, купить что-то я могу? Не надо. Не надо?